Всем привет, это канал Security. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Ведьму из Блэр. Это вроде третья часть. И продолжаем. Свет. Choose save a light. Скажи свет. Cross lock. Нам сюда, короче, не пробраться, да? Скажи свет. Свет. Свет, скажи свет. Так может не этот... Как его там, патрон скажет что-нибудь? Давай попробуем. Эммет, я знаю, ты там, пожалуйста, ответь мне. The note said something about channel 3. На третьем канале, да? The light? Turn on the lights. What? The headlights, turn them on. What? Who is this? Hello? Yeah, why the hell not? Так, а как мне включить фары, если машина закрыта? Отсюда они никак не включаются, надо только в машине. Может быть, я где-то могу ключ найти? Так, у нас... Чё там? А, ключ нашел. Эй, где ты их нашел? Ладно, без разницы. Молодец, дружище. Вообще красавчик. Отлично. Патроны жди. Так, что тут у нас? Давайте почитаем сперва. Еще один пропавший. 1755. Офицер Уилсон принял заявление об исчезновении Тодда Маккинона от Адама Брауна. Согласно его показаниям, Маккинон поставлял ему древесину, но внезапно прекратил поставки 2 недели назад. Брауну не удалось связаться с Маккинноном. Первичные поиски не дали результатов. Дома Маккинона не обнаружили. У Маккинона не было зарегистрированных проявлений психических заболеваний. Версия в разработке. Самовольное исчезновение. Соседи Маккинона сообщают, что он часто посещал заброшенную лесопилку за древообрабатывающей компании Теппи Ист Крик в лесу Блэк Хиллз. Чуть-чуть подожди, еще минут 30. Ну, предохранитель находится под рулем. Чтобы обнаружить потенциальные проблемы, примите следующее. 15-я катушка, сжигание. Надеюсь, мне эта хрень не пригодится, что там более много всего написано. No battery. Аккумулятор сел. Как его зарядить? I should take a look under the hood. Под капот надо, да? Угу. Думаете, я что-то там пойму? Так. Вот аккумулятор. Ладно, хоть что-то я знаю все-таки. Из автомобилей. Соединен просто был. Okay. Так, что тут? Какой-то звук странный. Может, там сзади кто-то сидит? Интересная идея, но Джон у вас такая долгая, и не побоюсь этого слова, плодотворная карьера на кинокритике. Да, мучитесь теперь. Итак, 15А предохранитель. А, да просто их местами что ли поменять надо? Это легко. Так... 15А, 8, 2, что там, 10А, в 3, что там надо, 15А, в 3. Ну вот у нас есть 15А, 3. Все, работает? Нет, не работает. А, вот у нас сломанный предохранитель, парочка тут, 5 и 7 место. Может, на их место надо что-то поставить? Так, 5, 10А, 10А... И 7 у нас 20А. 20А. Панель предохранителя находится под рулем. Чтобы обнаружить потенциальные проблемы, пройти следующие. А, мне же передние фары только нужно. Так, там как раз написано передние фары. Это у нас 20А. Это шестерка. 20А есть. А, подождите, это прикуриватель это. Передние фары это семерка. Угу. На 9 еще надо поставить. А, во, все, сделал, супер, разобрался. О, фига себе.
Фары включил как? But how? But how? Ну как? Вот так вот. Более дружище, я уже совсем спятил, да? Да, я тоже так подумал. Блин, а Буль-то с нами телепортировался, он же в машине-то даже не сидел. Так, ну пойдемте, сходим куда-нибудь, посмотрим. Так, ну тут две стороны можно, конечно, пойти. Взад не зайти. Тогда пойдем налево. Кстати, тут и местоположение изменилось у нас немного. В другом месте совсем появились. Так, здесь спрыгивать надо. Тогда давайте отсюда пойдем. Кстати, машина вроде уже покоцана, типа тут давно уже стоит. Вроде бы. А ночью просто она красивее смотрелась. Может быть, просто ночью то, что было. Ну, тут как будто вот ржавчина или типа того, что-то непонятно. А, пойдемте дальше. Так, тут у нас тупик, значит, все-таки можно было только в одно место идти. Ну ладно, вернемся сюда. Да, начнется спуск. Так, у нас смс-ка новая. Так, это не то. Адрес. Сколько сообщений. Давайте с первой начнем. Привет, я постоянно натыкаюсь на твой автоответчик. Ты меня избегаешь или до сих пор в лесу? Ладно, я просто звоню, даже не знаю, правда, просто часто думаю о нас в последнее время. Ладно, я просто звоню, даже не знаю, правда, просто часто думаю о нас в последнее время. Позвони, когда сможешь, пока. Давайте позвоним, что-то мне интересно стало, даже что она там. Джесс, что ты рано? Рано? Почему это? Ты не хочешь говорить? Нет, что ты, просто рад услышать твой голос. Послушай, прости, пожалуйста, кажется, я только и делаю, что извиняюсь. А потом опять говорю какую-нибудь глупость. Да, я всегда отвечаю за бабку, мазохизм какой-то. Мы бесконечно морочим друг другу голову и не можем прекратить. Если двигатель идиотизма, нам нужно подключиться к сети, электричество хватит на маленький город. Ну, если нам за это будут платить. У нас же было все нормально, правда? Да, наверное. И что случилось? Не знаю, жизнь. Случилась жизнь. Да, скорее моя, чем твоя. Эй, не увлекайся самоедством. У тебя есть работа, помнишь? Да, пожалуй, надо приступать. Потом перезвоню, ладно? Ловлю на слове. Спрыгнуть, наверное, нельзя? Нет, нельзя. Ладно, идем дальше. Патрон, стой, или делай, что хочешь, конечно. Ну и холодина, надеюсь, она того стоит. Ну и красотина, надеюсь, она того стоит. Что, ты решил не идти, что ли, ко мне? Скоро пошел в центр, сейчас не хочет идти. Вот, молодец, пошел. Буллет, догоняй, патрон. Чего, далеко от вида не упускать, а то он опять у нас паниковать начнет, чувак-то. Панической атаки. Здесь мы по-любому не пройдем. Отчина, прошли. Я думал, сейчас опять кассету надо будет перематывать, чтобы пройти. Это маленькое деревце. Что-то есть? Фотография опять. Еще интересно, кто все эти люди? Действительно. Может, это жертвы этого леса. Мне интересно, мы найдем полицейского, то что случилось-то с ним? Тот, который под деревом стоял. Его же тут машина осталась, а самого его нет. Две цепочки следов, обе глубокие, мужские, один из них был босой. Странно. Курильщик, от меня ты можешь спрятаться, но сигареты тебя доконают. Что там, Буллет? Что ты нашел? Хороший мальчик, ну-ка, подвиньте.
Все в порядке, малыш. Мне это тоже не нравится. Дай-ка посмотрю. И мы... Господи Иисусе, твоя мать. Нет, нет, не может быть. Нет. Мы же только что... Это не полицейский, надеюсь? Не понимаю. Точно полицейский. Мэтт, о боже, вот дерьмо. Леннинг, нет, ты такого не заслужил. Вот дерьмо. Убийца снял с ним скальп, чистые надрезы, вероятно, посмертно. Рана на шее глубокая, а голова, боже, да она еле держится. На щеках Леннинга. Он был его достоин, как никто другой. Ну, все, потеряли мы Леннинга. Леннинг был матерым копом, опытным. Он бы не дал заставить себя врасплох. Должно быть, он знал убийцу. Анетта. Вообще, главное, спрятали труп-то под ветками. Возможно, убил его кто-то из тех монстров, которых мы раньше видели уже с вами. Шериф Эммет Леннинг. Неравнодушный человек. Ко всему и ко всем, даже ко мне. Мы редко общались лично, но он всегда меня поддерживал. Даже после того, как я его подвел. Покойся с миром, Эммет. Я найду ублюдка, который это сделал. Домик какой-то. Ведерко. Еще одна статуэтка. Деревянная. Обвинение первое. Нарушение статьи 52 сборника общих законов штата Северная Каролина. Публичное проявление неуважения к государственной символике, вооруженным силам и солдатам-патриотам, с которым он имел честь служить. Хочу сюда бегать. Веточка, знаю, дружище, знаю, спокойно. Бояться нечего. Мэтью. Кто все эти черные люди? Так, интересное место. Красиво так-то. Стоп, это как? Куда делась вода? Это дорога обратно. Либо я схожу с ума, либо... Каска? Беги, Снеллис, что за... Что там было? Патрон, беги! Чё там? Солдаты, кто стреляет? Бежим, 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 бежим! Ой, стреляют! Бежим! Вертолёты! А, чёрт, беги, беги, беги! Беги, патрон, беги! Кто там за нами гонится? Нет! Бежим, бежим, бежим! Бежим, 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 бежим. Беги, буллит, патрон. Ай-яй-яй, кто там смотрит на меня? Опа, нафига все деревцы. Иди ко мне, лис. Голос говорит мне. Твою мать, только не сейчас, а? Чему? А, сейчас? Ладно, давайте на этом закончимся. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до встречи в следующей серии, всем пока.